Парнишка, который выиграл тогда Z-ку, оказывается, мы заметили, что он отпустил руку. Опираясь на то, что ты отпустил руку, будучи не в финале, а еще тогда, когда пацанов было много, а краснодарский пацан не отпустил руку вовсе, я бы просто передал тачку ему. Я бы так сделал. И по сути, должен был выиграть краснодарец. И я ему дал шанс проявить себя в более масштабном шоу, где приз более масштабный. Мне пришла интересная информация, дорогие друзья, то, что у нас есть победитель в сегодняшнем испытании. Тот человек, который пришел первым. Его зовут Артур. Ой. Как сначала жизнь к нему несправедливая, да, повернулась, а потом медаль вот эта развернулась с другой стороны, и он просто вот так, как олимпийцы, чмокнул и в трассу.